Здравствуйте! В этом видео я вам покажу, как наносить марсельский воск из материала антик декор мармарин. Значит, для этого нам понадобится грунт штрайхбус на основе кварцевого песка и сам материал антик декор тип мармарин фракция мини. Материал является экологически чистым, паропроникающим. В состав входит мраморный наполнитель, с помощью которого мы можем добиться эффекта натурального камня, в том числе и мрамора. Значит, стену мы грунтуем жирненько, крест-накрест, кисточкой, высыхая сутки и наносим. Формируется рисунок за один слой. Собственно, и приступим. Для ускорения процесса опять-таки воспользуемся штукатурной теркой из нержавеющей стали и наносим материал на толщину 1,5-2 зерна. После чего разглаживаем материал, и если есть излишки, то, соответственно, собираем. Всякий мусор, который может попасть, нам его лучше убирать сразу же. После того, как мы равномерно нанесли материал на поверхность, начинаем формировать рисунок. Там, где не хватает, его можно немножечко подложить и так же самое по направлению предыдущего рисунка связать его. После формирования рисунка оставляем в таком положении минут 15-20, в зависимости от температуры, влажности. И во время подсыхания, когда глянец пройдет, материал начнет отдавать воду и вода испаряться, мы будем приглаживать верхушки, островки, этим самым его полировать и доводить его до зеркального блеска. После того, как глянец ушел и материал уже на отлив не берется на руку, но он еще достаточно свежий, то есть мы проходим, берем тряпочку влажную и водилочкой, слегка увлажненной, приминаем верхушку. Важно, чтобы после того, как вы ее приложили, оно не оставалось, не тянулось. То есть рисунок оставался, но приминались сами верхушечки. То есть, если оставим на дольше сохнуть, соответственно, у нас полированной части будет больше, то есть меньше, вот, но глубина будет больше. Значит, или же где-то в золотую середину словить и вминать его, растирать, вот, если подлинцовывая. То есть сейчас, в данный момент, мы просто приминаем разносторонними движениями, но дополировывать будем попозже, когда материал еще больше подсохнет. То есть сейчас мы делаем как бы плоскостян. После длительного подсыхания, когда мы его подглянцевали уже, то есть завершающее глянцевание, мы ложим гладилку
где-то градусов под 30. И с таким средним усилием мы полируем. Полируем до блеска. Материал уже схватился. Ну, вот уже неподвижен и очень хорошо поддается линцеванию. В таком положении оставляем его на сутки и потом будем его поскрывать декоративным воском. Можно декоративной лазурью, вот. Мы будем скрывать воском. Сформированный рисунок оставляем на сутки высыхать. После полного высыхания мы имеем такой вот результат. Значит, рисунок не явно выделен, так как цвет белый, и только сблизи можно рассмотреть какое-то художество. За счет того, что мы верхний слой проглянцевали, натерли его, наполировали до эффекта камня. То есть сейчас, после высыхания, мы будем наносить декоративный воск, затонированный золотом в нашем случае. Вот такой вот деко-вош в золотистом цвете. Значит, воск нам придаст декоративный эффект и защитит поверхность от воздействия влаги. То есть можно будет его мыть и, соответственно, увеличится и стираемость. Значит, для этого нам понадобится гладилка, тряпочка. И поверх того, когда мы уже закончим наносить декоративный воск, мы еще ему придадим более декоративного эффекта с помощью лазури. Называется фликтер эффект, она в состав которой входят блестиночки. Это тоже никак не повлияет на стираемость. Наносить будем воск с помощью кисточки. Можно наносить различными методами. Губкой растирать, просто шпателя наносить, для того, чтобы был более насыщенный у нас цвет и более заходил в глубину воск. Но в нашем случае заказчик хочет, чтобы не было этой желтизны, такого насыщенного, перенасыщенного золотого цвета. Поэтому мы будем наносить его кисточкой, вот, и сразу же сверху на сдир снимать излишки материала, для того, чтобы у нас все вот эти полированные верхушки выделились, ну и, соответственно, были защищены воском. Собственно, приступим. Значит, наносим воск. Кистью равномерно его растирая, забивая глубину. Небольшими участочками его. Материал все-таки подсыхает. Вот, ну. Воск нам в течение 10 минут даст свободно поработать с ним. После нанесения воска снимаем с верхушечек гладилкой. Гладилочку обязательно за каждым разом протираем. С хорошим усилием снимается лишний материал сверху. Вот. Пока он мокрый, то есть мы там никакого такого декоративного эффекта еще не видим. Но при подсыхании проявляется у нас золото. Акриловое связующее имеет белый цвет. Высыхает, становится прозрачным и остается у нас только пигмент. Вот у нас уже готовый результат. Вон на потолочке полосочку надо размыть. Если мы залезли уже на ранее отделанную декорированную поверхность воском, то его либо растереть, снять излишек, если снимается, а нет, то влажной губочкой размыть его. Высохнет, никаких переходов у нас не будет. После высыхания
вернее, во время подсыхания воска мы его еще по верхам прополируем до блеска. Вот, если кто хочет увеличить степень блеска, можно шелковыми тряпочками также его дополировать. Вот таким вот образом, нехитрым, мы предотвращаем поверхность от загрязнения и будет отлично мыться. После того, как мы нанесли воск, также даем ему высохнуть сутки и приступим к отделке декоративной глазурью Flitter Effect. Значит, мы его будем наносить обычным валиком. Желательно развести его немножко водичкой, чтобы такой жиденький, и с этим самым мы здесь, значит, уменьшим количество блесточек в одном месте. То есть мы его будем хорошенечко растапливать. То есть поддончик и просто-напросто хорошенечко будем растапливать. После нанесения декоративной лазури Flitter Effect в течение 15-20 минут мы уже можем видеть конечный результат. Получается, вот у нас проявляется такой вот легкий блеск. За счет того, что мы его разводили водичкой и небольшая концентрация блестинок у нас. Поэтому камера, конечно, плохо передаст этот блеск, но получается вот такое вот очень интересное поблескивание, которое очень хорошо видно в темное время суток. Некоторые потолочные элементы заказчик пожелал не тонировать, просто вскрыть его декоративной лазурью Flitter Effect. И вот мы получаем такой вот конечный результат. Вскрыто здесь два раза, достаточно обильно, чтобы максимально проявить блестиночки, входящие в состав лазури. И в конце мы имеем такой вот прекрасный мерцающий конечный результат. В конечном итоге мы получаем экологически чистую, паропроникающую, устойчивую к механическим воздействиям, а также водоотталкивающую и устойчивую к стиранию поверхность.